Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочка в Wildberries, и здесь у нас прокладки. Взяла почему на Wildberries? Потому что очень долго не было на центральном складе прокладок Faberlic. Они как бы нужны, все запасы уже поисекли. Вот когда прокладки появились, мне как раз пришел заказ. Поэтому взяла, попробуем. Цена очень бюджетная. И они есть по одной упаковке, есть по три, есть, по-моему, еще больше. Вот в таком вот пакетике приходит, по-моему, японские, если не ошибаюсь. Может, нет, сейчас посмотрим. Джонес, у них есть и трусики послеродовые, у них есть подгузники, насколько я знаю. Посмотрела, полазила в их интернет-магазине. Взяла две вот такие пачки ночных, по 8 штук они получаются. Открываем. Девочки мои в Телеграм хвалили, поэтому взяла именно вот этот бренд. У них какая-то есть серия люкс, есть не люкс, но цены адекватные и дешевые, я бы даже сказала. За две пачки, там, не помню, 200 с чем-то, что ли, рублей. Не, не 200, чем-то, наверное, ближе к 300. Так, информация, кому интересно. Так, кто у нас тут производитель-то? А, адрес. Что это? Что это? Что это? Чина, Китай. Так, вот так выглядит упаковочка. Мягенькая такая. Так выглядит сама прокладка. Здесь никакого анионового чипа нет. Крылышки сзади, спереди, по типу, как на ночных прокладках Faberlic. Сейчас посмотрим, раскроем, как это вообще все выглядит. А так они вообще очень тонюсенькие. Вот они прям невесомые совершенно, они очень-очень тоненькие. И мягкие, вот тактильно мягкие. Хорошо, конечно, что здесь есть швы, защита от протеканий. Так, и вот эти крылышки сейчас откроем, посмотрим в целом, как это все дело выглядит. Ну, огромные, огромные, прям большие. Пока ничего не могу, девчонки, сказать, ни по впитываемости, ни почему. Это вот у меня такой переходный вариант. Конечно же, прокладки Faberlic не имеют себе равных, но пришлось вот воспользоваться. Такие вот крылышки, и сзади вот такие вот они. Большие тоже. Ну, посмотрим. Кто пробовал бренд этот, пишите, как вам. Покупочка Озон. И это у нас экологичный стиральный порошок для детского белья. Молекула. Целых 1,2 килограмма. 0+. Сейчас все открою, покажу, расскажу. На что я обращала внимание при выборе? Ну, естественно, на экологичность и безопасность для ребенка. Это, девчонки, российский продукт. Он создан российскими учеными на основе растительных и минеральных компонентов. То есть он будет и эффективным, и безопасным. И, конечно, огромный плюс то, что он сделан по ГОСТу. Не содержит никаких фосфатов, оптических отбеливателей, искусственных красителей или синтетических ароматизаторов. То есть ребенок наш защищен от появления какого-либо раздражения или аллергических реакций. Также он подойдет людям с чувствительной кожей, астматикам, аллергикам, да, которые реагируют на различные ненужные нам совершенно добавки, тоже замечательно подходит. Что у нас с вами в коробочке? В коробочке у нас с вами вот такой вот гранулированный порошочек. Видите, да, что он у нас гранулками, то есть пылить тоже не будет. И мерная ложечка тоже есть в комплекте. Подходит для стирки как белого, так и цветного белья. Подходит даже для ручной стирки. Это то есть не только автомат. Но когда мы стираем ручками, нужно сначала порошок предварительно растворить в воде, а затем уже замачивать ткани. Ну, бонусом служит то, что порошок еще обладает антибактериальным эффектом. Это тоже важно, особенно в летнее время года. В жару бактерии размножаются просто с немыслимой скоростью, поэтому этот бонус особенно приятен. Так, сейчас ознакомимся с инструкцией и будем с вами стирать. Порошок у нас без хлора, циолитов, красителей, ароматизаторов, не меняет структуру ткани, то есть сохраняет ее даже после многократных стирок и легко выполаскивается. Это тоже для меня очень важный момент, чтобы я потом 10 раз не полоскала вещи, да, нужен один продукт универсальный, который будет подходить всем нашим запросам. Вот, пожалуйста, российский бренд, все замечательно. Не оставляет следов и запаха, надо сейчас, кстати, понюхать. Вот у нас с вами расход. Я думаю, все приблизительно уже знают, какая у вас вода дома, мягкая, средней жесткости или жесткая. У нас средней жесткости вода, поэтому у нас с вами расход 3 мерных ложечки, да, по 30 мл, 90 грамм на легкие загрязнения, 4 мерных ложечки на средние загрязнения и 5 мерных ложечек на сильные загрязнения. Соблюдаем режим стирки, указанный на одежде, обязательно отсортировываем белье. Так, ну что, погнали. Как раз накопилась детская одежда, которая нуждается в специальном уходе. Это ночнушки старшие. Вот тут какие-то пятна от еды, а тут, я так подозреваю, слайм. Что-то засохшее, непонятное. Вот это тоже что-то совсем непонятное. Еще одна ночнушечка. Здесь вот такие вот пятна, видите, какое-то пожелтение. Оно прям
Тоже, скорее всего, от еды, конечно. Вот что-то. Вот желтое пятно. И платьишко Крис у меня вот такое, посмотрите. Вот такие мы приходим с улицы. Вот такие у нас по всему платью пятнышки. Вот, представляете? Стирать буду на обычном режиме при температуре 40 градусов, потому что порошок у нас эффективен от 30 градусов. Загрязнение у нас среднее, поэтому буду добавлять 2 мерные ложечки прямо в барабан. Вот таким образом. И на быстрой стирке на температуре 40 градусов все это дело постираем и посмотрим. Очень важный момент в процессе стирки. Нет пены. Белье из машинки смотрим. Вот маечка. Все отлично. Ночнушечка вся отстиралась. И платьице чистенькое, идеально чистенькое. Помните, какая здесь была чернота внизу, кругом, везде? Все идеально чисто. Так что, девчонки, порошок могу смело рекомендовать. Вы сами все видели. Это, кстати, вот, наверное, меньше всего пены от этого порошка из всех, что я когда-либо пробовала. То есть ее там, вы сами видели, практически нет. И все так отстиралось, поэтому зачет смело могу рекомендовать. Ссылочку оставлю в описании. Покупочка рандеву, и это очень крутой аромабокс. Мне в составе других аромабоксов приходили ароматы Juliette Hazegat. И мне так понравилась их парфюмерия. 3 штуки уже пробовала, что решила заказать целиком их аромабокс. И сразу хочу сказать, девчонки, это восторг. Какие же они крутые. У аромабоксов, кстати, магнитная вот такая вот упаковочка, кто не знал. Очень удобно. И очень здорово. Вообще, по отдельности, каждый аромат можно брать с собой, потому что здесь у нас 8 штук по 1,5 мл с распылителем. Так, какой нравится больше всего? Уже видно. Это вот этот. Пир. Дальше что-то. Очень нравится ванила. Это не ванильный аромат, совсем нет, он очень крутой. Все понравились. Вот просто все. По-моему, я не тестила еще вот этот черный. Да? Мне показалось, что они прям будут тяжеловаты. Сейчас прям вместе с вами потестируем. Да нет. Слушайте, они все... Нет, ну он насыщенный, конечно, нет. Он на лето сейчас может душить. Он может душить. Здесь насыщенный. И прям вот по цветам. Все как положено. Вот производитель молодец. То есть вот эти 3 флакона, они достаточно насыщенные. Хотя вот этот я тоже использовала сейчас. Сейчас обновлю впечатление. То есть сейчас в жару. Классный. Они самые такие яркие. И, в принципе, на любое время года. Вот красный точно на любое, черный прям может душить. А вот эта подборочка из 5 штук, они великолепные. Это надо пробовать. Это такие интересные, достаточно легкие ароматы. Вот у них у всех такая вот легкая база. Легкая, воздушная, знаете, такая искрящаяся, многогранная. То есть нельзя выделить что-то прям одно. Вот что-то одно выделить нельзя. Сейчас последний. Забыла. Шампусик прям. Шампусик искрящийся, суперский, классный. И цветочки там вроде есть. И зеленушечка есть. Вот зеленушечка у них есть в каком плане? В очень вкусном, освежающем таком, притягательном. Ароматы все манящие. Вот когда на себе их ношу, получаю прям море комплиментов. Прям просто море. Поэтому очень хочется полноразмерки взять. А я теперь не могу выбрать любимчика, понимаете? Они мне все нравятся. Вот абсолютно все 8 ароматов крутые. Прям запала. Вам рекомендую попробовать. Кто пробовал какой-либо аромат, обязательно пишите. Мне эта подборка очень импонирует. Я вам обязательно оставлю ссылочку на этот аромабокс. Конечно же, промокод на скидку 10%. И не забываем про накопительную систему скидок на рандеву. То есть, если мы пишем отзывы, мы за них получаем баллы. А потом списываем их в счет стоимости заказов. В общем, аромабокс, девчонки, бомба. Juliette Hazegat вообще круто, круто, круто. Никогда бы не подумала, что мне так понравится их парфюмерия. Это так называется, аромбокс номер 17. Рекомендую обязательно попробовать. Кто пробовал, отзывы свои обязательно пишите. Покупочки в Wildberries. И здесь у нас батарейки пальчиковые. Очень бюджетно было 10 штук. Девчонки заказали себе еще на ВБ игрушки. Потом придут, тогда покажу. Вот именно для них заказывали пальчиковые батарейки. Прямо вот где-то 150 рублей, 10 штук. Я считаю, что это очень бюджетно. И отзывы были хорошие. А это у нас, девчонки, велосипедки. Велосипедки в размере 46. Взяла Ксюшки по 192 рубля. Потом смотрю, уже к вечеру подешевела. Девочки в Телеграм делили ссылками. 192 рубля. Крис, по-моему, спасибо тебе за ссылочку. Взяла Ксюхи на лето сейчас бегать. Она любит велосипедки, ей в них удобно. Она на велосипеде ездит. И выбрали цвет. Вот несколько цветов были по 192 рубля именно. Это эластичные такие велосипедки. Здесь написано, какая ткань вообще. Фокус.
Вернись. Так, полиэстер 85, эластан 15. В общем, такие не очень дышащие, конечно. Но ребенок сказал, надо. Взяли вот такие ярко-розовые, прям кислотные, с лампасами по бокам. Вот тут тоже этикеточка, наверное, то же самое все, да. Несколько цветов по 192 рубля. К вечеру они уже были по 206, эти цвета. То есть на 20 с небольшим рублей подорожали. Но, тем не менее, это все равно очень дешево. На лето погонять. Длина у них хорошая. Утяжечка, конечно же, тоже будет таштеластан. Ну и в целом вот так они выглядят. Красивые, яркие, сочные на лето. Прям супер-пупер. Сейчас Ксюшка померит их и покажем, как сидят. Посмотрела, я на это всегда обращаю внимание, резинка пришита или нет, чтобы она не перекручивалась во время носки, потому что это будет, ну, полное несоответствие тому, что надо. Да, резинка пришита, она перекручиваться не будет. Такая широкая, хорошая резиночка. Это прям вот внутри резинка, и она пришита, слава богу. Ну и вот, померили. Очень хорошо. Ну, здорово, свободненько, мне кажется, да? Можно было даже, кстати, поменьше тебе брать. 44, 42, 44 вполне. А так утянули, мне кажется, хорошо, да? Ты чувствуешь, утяжечка есть? Да. Или свободненько тебе? Но я внизу, вижу, да, свободненько. То есть нигде не давит, не обтягивает. В общем, я поняла, можно тебе такие еще 42 за 200 взять. Смотри, прелесть, какая тебе нравится? Да. И салатенькие надо вот там. Но, а ты все черные, черные. Ярко надо наряжаться, лето. Классно, классно, здорово. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки, как всегда, в описании в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.